Их немного, но все они дружелюбные и готовы к сотрудничеству. Представители всего 4 немецких фирм решили посетить Нижний Новгород для того, чтобы наладить деловые контакты. И главный интерес – подготовка региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Немцы предлагают новые технологии по производственной безопасности. Александр Дитрих представляет компанию, занимающуюся перевозками, таможенными услугами и складированием. Уже не первый раз в Нижнем. Говорит, что его компанию больше привлекают именно развивающиеся регионы, чем столица. Скажу честно, регионы России, они намного интереснее, чем сама Москва. То есть в регионах намного больше встречается партнеров, именно реальных партнеров, с которыми мы заключаем потом более плодотворные контракты. Германия становится одним из основных деловых партнеров региона. За несколько лет в области появилось более 20 совместных промышленных предприятий. Для премии зовут компания «Липка», АЭС и «Палитра», компания «Шот» и другие. Одним из последних проектов, который был 29 апреля этого года введен в эксплуатацию, это «ТНР Руспродакшн». Это целлюлозосодержащие добавки. Москва для нас очень важен, но so eine Region Именно поэтому немцы выбирают Нижегородский регион. На бизнес-форуме видно, что и наши предприниматели проявляют большой интерес к немецкой стороне. Еще в начале дня регистрируют 44 участника на 4 немецких компаний. Открытость, она растет с одной стороны, а с другой стороны, мы, видимо, компании еще не совсем осознают, что ВТО, о котором много-много лет мы только говорили, эти условия уже случились у нас в нашей жизни. И нам придется всем несколько перестраивать свое мышление, быть готовым к международным контактам и видеть в этих международных контактах большие возможности. Немецкая делегация пробудет в России всего 6 дней, 2 из которых в Нижнем Новгороде. Нашему региону уделяют больше всех внимания. Теперь самое главное, чтобы контракты о сотрудничестве воплотили в жизнь. Екатерина Снапкова, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.